Привет новым подписчикам! Меня зовут Светлана Никичук. Я тут худею людей, работаю и веду блог своей жизни. Кубиков на животе у меня нет. Кстати, я нутрициолог и помогаю людям восстанавливать свой вес и здоровье благодаря питанию. Я начинала как тренер и закончила региональным директором фитнес-сети, а потом отучилась в медицинской диетологии. Еще я похудела на 35 килограмм и сделала крутую карьеру в фитнес-индустрии. Много работаю, потому что люблю исполнять свои мечты самостоятельно. Моя миссия – это показать людям, что снижение веса – это приятный и интересный процесс. Что ПП – это вкусное и сытное питание. Что можно оставаться в своем комфортном весе без жестких диет и ограничений, несмотря на возраст и количество детей. Что можно выглядеть не по канонам общепринятых стандартов и при этом быть здоровой и счастливой. У меня прекрасное чувство юмора. Веду я свой блог не одна. Мой блог далеко не для всех, но, возможно, кому-то из вас понравится. Добро пожаловать!